Так, вчера у мамы был день рождения. Подарила я маме, смотрите, такой подарок. Вот такие вот фруктовичи, вишня Владимира. Кстати, очень-очень безумно вкусная вишенка. И там она в шоколаде, прям вообще просто бесподобно. Стоила в районе 200 рублей. Вот. И также вот такой вот чернослив Михайлович с грецким орехом. Тоже очень вкусно, в районе 200 рублей, 200 грамм здесь. Есть еще грецкий орех в шоколаде. Это безумно просто вкусно. Раньше их было очень много таких. Сейчас почти нету, но я дома делаю сама. И, конечно же, маме купила вот такую вот жвачку Турбо. Все помнят, кто, кому сейчас за 50 лет вашей молодости как раз были такие жвачки. Они не подушечками, а просто длинные. Продаются в Метиде, книжный магазин. Вот. Маме понравилось, она очень удивилась, она очень долго вспоминала, что это такое за жвачка Турбо, потому что ее детство было, ну, 40 лет назад, считай, то есть, ну, реально это большая цифра, забудешь, видимо. Вот, ну, узнаем потом, как это было, вкусно или нет, понравилось ей или нет. Но она сказала, что жвачки не жует, но попробует. Может быть, мне одну штучку даст, я, может, тоже попробую, вкусно это или нет. Мне кажется, скорее всего, конечно, вкус отличается, и состав здесь, наверное. Кстати, состав на красном цвете здесь особо непонятно. Даже фокусироваться особо не хочет. Наверняка состав уже другой, уже не настолько вкусно. Вот, стараюсь маме дарить подарки вот такие вот конфетные, потому что так удобнее. Съел, и все, то есть ничего лишнего нет. Думаю, что маме там нужна, наверное, тарелочка большая, к примеру, да? Вы покупаете, а маме она нафиг не нужна. И просто стоит, занимает место. То есть, и поэтому вот я всем стараюсь в последнее время уже дарить просто конфетами. Сладкими, сладостями. Вот так она выглядит. Так она должна выглядеть внутри. Если вам это интересно, как они выглядят внутри, напишите в комментариях, и мы с вами сделаем на них обзор. Мне тоже очень интересно, как они выглядят, насколько они вкусные. Очень-очень хочу их попробовать. Поэтому пишите в комментариях, хотим попробовать.